Silent Hill 2 до сих пор считается многими поклонниками жанра survival horror культовой игрой, и их легко понять. В игре был увлекательный глубокий сюжет, восхитительное музыкальное сопровождение и тягучая, акварионная сгущенка атмосфера. Но самое главное, игра умела хорошенько пощекотать нервишки, поэтому пасхалка, о которой пойдет речь, является довольно жуткой и, к тому же, была обнаружена аж спустя почти 19 лет после выхода игры. Так один из пользователей Reddit, по его словам, просто хотел сделать мем из кадра, показанного в заставке оригинальной игры, в которой главный герой, Джеймс Сандерленд, смотрит в зеркало. Уже выглядит жутко, согласитесь. Согласился и этот пользователь, который зачем-то решил поиграться с контрастом и яркостью этого кадра, и обнаружил для себя, что на самом деле главный герой смотрел не на себя, а в сторону игрока, как бы разрушая четвертую стену. Мнение пользователей насчет этой картинки разделилось. Одни посчитали это действительно жутким, а другие в это не поверили. Пока другой пользователь не выложил на YouTube эту же заставку, но с выкрученным контрастом и яркостью. И все вопросы отпали сами собой. И после этого играть во второй Silent Hill становится еще неприятнее. Правда ведь?